Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про миниатюрного бультерьера. Миниатюрный бультерьер – собака с необычной внешностью и озорным характером. Представители породы – уменьшенные копии своих больших братьев – стандартных бультерьеров. И стандартный и миниатюрный бультерьер были выведены в Англии в результате скрещивания английского бульдога, белого английского терьера и далматина. Правда, для того, чтобы создать карликовую разновидность бультерьера, приходилось в процессе селекции отбирать особи, которые были значительно меньше по размеру, чем их собратья. Сегодня миниатюрные бультерьеры – одни из самых популярных собак для квартирного содержания. Говорят, что это собака-убийца, но ничего подобного. Ласковый и добрее собаку я еще не встречала. Очень ласковый и добрый. Вообще очень любвеобильный. Миниатюрные бультерьеры имеют крепкое тело квадратного формата. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 25 до 35 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 9 до 15 килограммов. Шерсть у этих собак блестящая и короткая. Миниатюрные бультерьеры любопытные и энергичные. Это не агрессивные собаки, они отлично уживаются с другими домашними животными и хорошо ладят с детьми, при условии, что их воспитанием и социализацией занимались с самого детства. У нас дома еще там 6 собак, вот прекрасно уживаются. Вот детей у нас нет, но вообще очень ласково. Если просите гладить, то пожалуйста. При уходе за миниатюрным бультерьером особое внимание стоит уделять активным прогулкам с собакой. Они необходимы для поддержания нормального физического и психического здоровья питомца. Уход за шерстью представителя породы не сложен. Достаточно протирать собаку специальной тряпочкой после прогулки и расчесывать с помощью фурминатора во время линьки. Купать животное рекомендуется по мере загрязнения. Так, ну фурминатором его вычесывать во время линьки. Ну и мыть раз в месяц хотя бы. Ну и так, по мере загрязнения. В питании именно у него я особенностей не замечала. Мы едим сухой корм, аллергии не было. Но мы с ним гуляем с утра полтора часа и вечером полтора часа. С щенками побольше. Средняя продолжительность жизни миниатюрных бультерьеров составляет от 10 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!